Санбригада для приведения нового пополнения к военной присяге построен. Исполняющий обязанности заместителя командира бригады по тылу майор Косов. Того, что Россия продолжит играть ключевую роль на мировой арене. Вооруженные силы России впитали лучшие традиции советской армии, а проводимые реформы призваны улучшить оснащение и подготовку военнослужащих, боеготовность армии в целом. Вернулась и гордость за вооруженные силы, которые на практике доказывают, что нынешнее поколение военнослужащих достойно памяти наших отцов, дедов и прадедов, которые разгромили фашистов на полях Второй мировой войны. Мы видим, что народ поддерживает нашу армию, а вместе это... Метра, да? Полковник, личный состав 2-й учебной роты к военной присяге приведен. Командир роты, подполковник Ельников. Вольно. Вольно. Становись. Равняйся. Смирно. Поздравляю новое пополнение с приведением к военной присяге, а личный состав бригады с новым пополнением. Ура! 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 Вольно! Товарищи, уважаемые военнослужащие, хочу поздравить вас и всю бригаду с личным пополнением. Обращаюсь к тем, кто принял воинскую присягу, что от вас требуется. Беспрекословное выполнение приказа и распоряжения начальника. Оборотно, одного линейного дистанция, направо, вот, равнение направо, шагаем,
Под государственный флаг и боевое знамя части Смирно, равнение на Прах. Командир учебной роты организовал...